почти не верится, что с той драматической ночи, с 20 на 21 августа 1968 года, прошел 41 год. Это была, пожалуй, самая драматическая неделя в моей жизни. И, пожалуй, одна из самых драматических недель в жизни моей страны. Ну, я провел неделю на улицах Праги. Я видел, как обстреливали Национальный музей. Я видел, как происходило сражение. Я это без сомнений называю сражением за здание Чехословацкого радио на Виноградской Триде. И я видел, как танки разъезжали по улицам города. Ну, если улица была слишком узкой, то танк снес какой-то угол дома или пол стены. И я сначала пробовал объяснять советским солдатам, что они оккупанты, что они выступают совершенно в другой роли, чем выступали в 45-м году, то есть 23 года тому назад, когда они освобождали Чехословакию. Но это было бесполезно.